Важное продвижение в переговорах по упрощению визового режима с Евросоюзом. Уже с 2019 года в Беларуси будут введены биометрические паспорта и ID-карты. В МВД сегодня показали образцы. В последнюю страницу вживят чип. На нем, как на ладони, персональные данные. Фото, цифровая подпись и отпечатки пальцев. Этот паспорт позволит беларусам быстрее проходить контроль на границе. Внутренним же документом будет ID-карта. Свои чипы получат и иностранцы, проживающие в Беларуси. Пользоваться можно будет и старыми образцами паспортов. Мы уже подготовили соответствующий дизайн документов, согласовали с заинтересованными республиканскими органами сам эскиз или модель этого документа, определили уже с перечнем оборудования, которое будет устанавливаться в подразделениях по гражданству и миграции для того, чтобы снимать биометрическую информацию, а также определились по оборудованию, которое будет установлено в Центре персонализации документов Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Введение новых биометрических документов необходимо для упрощения визового режима со странами Шенгена. Это одно из условий Евросоюза. Консультации по облегчению визовых формальностей Беларусь и ЕС ведут не первый год, но в этом стороны подходят к финалу переговоров. Документ практически готов. Соглашение будет регламентировать порядок получения долгосрочных виз, их стоимость, деятельность визовых центров.